Открывается страница, что нас ждет на этот раз. В гости сказка постучится. Или, может быть, рассказ. Зазвучит и заиграет, затаится, засверкает, загрустит и улыбнется. А затем, затем, затем добрым словом отзовется всем, всем, всем. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Ох, сколько же всяких сказок придумано о разных волшебных вещах. Только вещи-то все разные, а суть у них одна. Делать самому ничего не надо, а по щучьему, как говорится, велению, по моему хотению, раз-два и получай, что хочешь. Вот и сегодня у нас с вами будет сказка об одной такой волшебной вещице. А какой, вы сейчас все сами узнаете. Итак, я начинаю. Жил-был один король, а у него была дочь, принцесса, которую он очень любил. И вот однажды... Садовые маргаритки послали летом улитки письмо на красивой открытке, где так написали они. Садовые маргаритки скучают по милой улитке, ждут в гости ее у калитки. На все выходные дни Боже мой, ну какая прелесть! О, а здесь все-таки вот жмет как-то вот и тянет. Вот, как тут не удалось. Ой, а тут вообще спадает. Какой ужас, надо все-таки достать, где у меня иголочки, ниточки. Вот. А вдруг кто-нибудь войдет? Начнут говорить: «Ваше Величество, это же не королевское дело, костюм подшивать!» А вот тут я буду в полной безопасности. Давай сюда, давай сюда, здесь никого нет. Так. Вот. Ой, это вот этот и есть, да? Вот этот шар, этот как его? Магический. Магический. И что он может сделать меня самой умной? Само собой. Учиться не надо. Трудиться не надо. Ой. А что надо? Меня слушать. Чё, тебя? Ну, потому что магический шар мой. И тогда вы, ваше высочество, будете владеть самой мудрой мудростью. Ой, вот самой мудрой. Ой, само собой. Если, конечно, сделаете меня казначеем. О, так это проще простого. Он мой папенька, он для меня все что угодно сделает. Тогда начнем. А? Повторяйте за мной. Рекс. Фекс. Пекс. Рекс. Пекс. Фекс. О, мудрейший из мудрейших. О, мудрейший из мудрейших. Ну, что такое? Кто меня спрашивает? Заговорил. Заговорил. Скажи мне, о мудрейший из мудрейших, сколько будет 3×3? 9. Ой, правильно. А что повар Пьер приготовил сегодня на обед? Макароны. Мамочка. Макароны опять?
пополз? Шар заговорил. Ну и что же? Он же ведь этот, как его, как ты там его назвал? Магический. Во, магический. Ну-ну-ну, ваше высочество, я же обманывал. Я же просто хотел стать казначеем. Но это же все, ваше высочество, выдумки. Как это выдумки? Как это выдумки? И что? И то, что можно стать самой умной без всяких учебников. Это что же, тоже выдумки? Выдумки. Само собой. О, а почему он тогда разговаривает, а? Не знаю. У него и спрашивайте. О, мудрейший из мудрейших. Да, моя дорогая. Папенька. Ваше величество. Папенька, папенька. Ваше величество, я... Обойдемся без объяснений и без вранья. Стража, а ну-ка выведите этого господина из дворца. Не надо, ваше величество, я сам. А тебе, дорогая моя, хочу сказать вот что. Есть один, всего один, но проверенный способ, как набраться уму-разуму. Да. А какой, папенька? Какой-какой? А? Засесть за учебники, а не тратить время вон на всякую эту глупость. Ну, понятно. Понятно. Ну вот, ну вот и иди, позанимайся. А что же с этим шаром делать? Что? Возьми, выброси его это вон. Мусорное ведро, да. Ой, нет. Постой, постой. На нем же можно прекрасно штопать носки. Носки? Да, увлекательнейшее занятие. Хочешь научу? Значит, берем и вот такая сказка, дорогие мои. Ох, принцесса, принцесса, готова поверить во все, что угодно, лишь бы не прилагать никаких усилий, лишь бы все получить без труда. Да так, дорогие мои, только в сказках и бывает. Впрочем, зачем я вам это все говорю? Вы и сами все это прекрасно знаете. А вот если добросовестно, да с любовью ко всему относиться, то... любой труд может стать интересным. Даже обычное штопанье носка. Вот так. До новых встреч. До свидания, мои хорошие. Всего вам самого доброго. И ангела вам всем, хранителя.